заседаниях оргкомитета необходимо определить. Так, Швейли, Степашин первый зам. Исправились. Сергей Владимирович, пересядьте. Председателя правительства Степашин Сергей Вадимович. Больше вроде ошибок нет. Сделал все, что мог. Уверен, что наши действия по достоинству оценят потомки. Значит, уверен, что наши действия по достоинству оценят наши потомки. Раз я вам говорю, что вы провалились. Well, now for the first time I can tell you that you're a disaster. Be sure you get the right attribution there. Я надеюсь, что вы правильно все это поняли. Вчера Клинтон позволил себе надавить на Россию. Он, видимо, на секунду, на минуту, на полминуты забыл, что такое Россия. Что Россия владеет полным арсеналом ядерного оружия. Он об этом забыл. Я скажу честно, я просто проспал 18 часов в полете. До этого, понимаешь, значит, столько не спал. А служба безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь. Им врежу как следует.